Ну вот так, держи, приезжай. I'm gonna say it, I'm gonna say it.
ставьте на место. И разворот. Немножко дыма. Но я думаю, прошу. Очень аккуратно идет. Аплодисменты. 19. Шаминов Петр. Toyota Mark 2. Новичок в этом деле. Тренируется совсем не так. Подготавливает свой автомобиль. Жаминов Петр, аплодисменты. Nissan Skyline GTR, который по своему роду полноприводный, мощный автомобиль для драг-рейсинга в основном, но Сергей хочет использовать его в дрифте. И как мы видим, очень хорошо получается. Что здесь, Андрей? Из Советска! Вот это да, угол, идет по правильной траектории, идет! Проходит этот весь переклад, но еще пошел! Вообще боком! Давай, красавчик! Прямо перед финишем, дорогие друзья, вот это да! Давай послушаем просто, как понравилось. Дорогие друзья, как? Вот так вот у нас расставятся супермиксы 2015 года. Поехали, дорогие друзья! Масло от Лукойл Genesis. Это премиум класс на самом деле. Не может быть, что в стране у нас творится. Виталий, представляешь, у нас теперь хорошие автомобили. Отлично. Есть уже красивые автомобили. И теперь уже есть масло, которое можно без проблем заливать в автомобиль. Это Лукойл от Genesis от Лукойл. Мощные автомобили, да? Мощные, любые, даже, я не знаю, это самые крутые тачки, ты знаешь. Ламборгини. Ламборгини, да, да. Хонду можно залезать. Нет, залезать в Хонду нельзя. Давай представим следующего пилота по номерам 8. Пилот 8. Фурсенко Александр. Как мы говорили, что это самый тимер. Например, пятый номер. Да. Сарксян Сурен. Я знаю. Диджей Корса будет за Сарксяном выходить. Вместе с Ильей. Вот и все. Промахнулся! Немножко, да, есть! Можно, трассе у нас выезжает фаворит сегодняшнего мероприятия. Алексей Зорин! Как всегда, спокойно, тихонечко, дымненько. Очень близко, слишком очень близко к бетонным блокам. Широко довольно-таки. Правильно по траектории. О, потерял фактор практически. На заклепочках держится там чуть-чуть. Аплодисменты Алексею!
Инициация в стиле Сурена. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Завтра на работу.